Вы видите, у меня на балансе 16 тысяч гемов. Они не просто так здесь появились. Значит, я приобрел их на сайте Clash King, ссылку да, я оставлю в описании, если тоже хотите гемы покупать недорого. Я буду открывать сундучки скоро. Вот. Я хочу Poison нафармить на 8 левел. Знаете, что я от вас хочу? Я от вас хочу всего лишь 3000 лайков. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, и как только 3000 лайков на этом видосе собирается, сразу же выходит видос по открытию сундуков. Ну все, дерзайте. Привет, друзья. Ну что, собственно говоря, я готов закончить испытание с внезапной смертью. И вы знаете, меня Supercell услышали. Вспомните мой предыдущий стрим. Я сказал, я люблю эти режимы с тройным эликсиром. И мне понравилось испытание, где была внезапная смерть. Очень крутое испытание. И после окончания того испытания выпускает это. Блин, это просто кайф, честно. Чем мне это нравится испытание? Быстрое, легкое, интересное. У меня есть колода, которая работает на 100%. Выглядит она вот так. Так, ребята, сейчас найду. Вот она. Я предыдущее испытание этой же декой проходил и бустил. То есть она работает, 3-5 эликсира, через шарик фриз мы просто уничтожаем вышку. Шарику надо только долететь просто, 2 или 1 тыку сделать. Не, 2, лучше 2 тыки, а потом можно будет добрасывать ракетами. Ну, в общем, собственно говоря, я готов, поехали. Я думаю, что вы это испытание прошли. Я не говорю вам, что я какую-то колоду вам демонстрирую, какие-то крутые атаки. Не, я просто сам хочу его пройти. Ну, а вы пока поделитесь своими впечатлениями и поделитесь своей колодой, как вы прошли это испытание. Ну, если, конечно, прошли. Ну что, понеслась. Так, ждем противник. Давай, давай, выпускай что-то. Хогушка. Хорошо. Давайте стрелы. Выпускаем стрелы, чтобы дровосек жил. И, в принципе, мы отдефались. Я думаю, что это GG. Готовим сейчас фриз. Готовим фриз, вот так вот фризуем. Так, ледяной доходит. Тыку раз шарик, тыку два, опаньки, и забираем башню. Это просто кайф. Блин, да, конечно, обидно, у меня одно поражение, и... Блин, я вам даже сейчас покажу, кому я проиграл, если повторы остались. Я тут глобал играл. Вот, я проиграл, блин, третьему голему, валькирии, там вообще непонятной колоде, вот такой вот деки проиграл. Блин, просто там заход у меня не получился, дровосека законтрили армии скелетов, надо было ледяного голема вперед. Вот, ну и короче, как-то не пошла атака. Ну ладно, поехали. Внезапная смерть, сколько прошла, прошло 2 минуты, мы уже выиграли и во второй поединок перешли. Так, у меня есть, в принципе, все карты для атаки. Давайте дровосека, вот так, и клон спел, интересно, очень интересно, понеслась, ждем еще какие-то карты, давайте фриз, отличный фриз, так, шарик, давай, лети, шарик, и наноси урон, так, задефался парень, что удивительно. Так, тут у нас ледяной голем, тут у нас ледяной дух. Так, хорошо. Сейчас стрелы пойдут. Вот так вот у нас стрелы идут. 3 шестерки. Что у нас там? Мы не добьем, да? Не добьем еще. Нет, не добьем ракетой. Поэтому выбрасываем мега-миньона. Вау, мега-рыцарь. Серьезно. Так, давайте здесь ледяного голема. Ой, господи. Так, здесь ледяной дух. Так, сейчас взорвется голем. Тут дровосек. По-бырому, и пошел у нас шарик. Залетает шарик. Готовим сейчас фриз. Готовим сейчас фриз. Фризуем всех. Почему? Камон! Офигеть, а что произошло? Я же фриз выбросил. Вау, пацаны, вот это фейл. Так, 580 хп, мегаминьон тычку. Блин, не хочет мегаминьон тычку. А, 432. Ну что, я добью этим стрелами и... Ракеты, мне интересно. Наверное, нет, еще не добью. Так, давайте ледяного голема ставим. Так, ну давайте попробуем еще раз. Последний раз, последний заход. Я фризанул вроде бы вовремя. Какого, блин? Какого, давай. Так, фриз, стрелы. Так, хорошо. Дровосек. И все, и это точно победа. Короче, заставил меня противник немножко попотеть. Ну, это совсем немножко. Но это даже хорошо, а то, блин, слишком... Когда слишком изи, ну, прям неинтересно, согласитесь. Итак, мы сейчас должны золотишко выиграть. 2000. Тут за... Сколько? 9 побед, да? За 9 побед дают, короче, 9 эпиков. Собственно, я не за призом пришел, я пришел пофаниться и, блин...
я рад, что эту испу ввели, и я бы был рад, если бы эту испу вводили с еще крутыми какими-то призами. Ну, короче, чтобы вознаграждение было достойное. А то 9 эпиков, ну такое. Не, ну тоже нормально, как бы, испа-то легкая, но все равно. Так, ну что, мегамуха, так. Ага, сейчас фризанем. Ждем, там миньончики, возможно, будут какие-то. Угу. Не, фризовать не будем. А, так, друзья мои. Да у нас тут все плохо. Так, давайте дровосека запускаем. Дровосек пошел. Тут у нас ледяной голем. Блин, что-то я, ребят, туплю. Че, два громоверса? Пошел у нас этот. Так, так. Ледяной дух, быстренько. Так, хорошо. Не, пока чуть туплю, пацаны. Пока подтупливаю я. Пошел у нас ледяной голем позади. Давай, выпусти что-то возле вышки, плиз. Я это, ракету кину. Так. В принципе, сейчас можно зайти будет к нему в гости. Ну, что-то я проигрываю пока. Да-да, фризануть сейчас вовремя на громоверса. Блин, на двух магов. Так, вот так вот фризуем. Выбрасываем ракету. Вот сюда. На мага попадаю же ракетой? Да, я попадаю на мага ракетой. И, в принципе, забираю вышку. Пиу. Отлично. Все. Я думал, что-то проиграю. Так, это какая победа? Седьмая или восьмая уже? Это победа у меня седьмая только. Значит, еще две победы. Ну, я думаю, что, блин, изи. Поехали. Лев, оу, лев, ну давай. Так, я лучше подожду и от дефа перейду в атаку. Хотя ладно. О, шестой хок, блин, мне его жаль. Ау, стоп, стоп, стоп. Шестой хок, это, конечно, все хорошо, но шарик, вот это опасно. Надеюсь, он не фризанет. Так, фриз, фризуем. Стрелуем. Стрелы, стрелы, пау. И изи. Очень, очень изи. Ну, противники слабенькие подбираются. Хотя это уже второй день это испытание. Так. Ну что, остался последний поединок? Давайте посмотрим рекорд. Какой вообще рекорд мне подбирается? 3000, 300, 400, 3700. Ну да, короче, очень изи. Но я же не виноват, правильно? Это как бы не от меня зависит. Ну что ж, последняя каточка. Поехали, пацаны, поехали. Эни. Так, Турция. Слушайте, ну хз, турки, в принципе, тоже есть, неплохо играют, хотя. Так, 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 что у нас? Давайте мега миньона с краю выпустим. Бандитку условим вот таким вот образом. Летит у нас ракета. Окей. Такс, и вот такс, поехали. Готовим сейчас фриз. Готовим фриз. Я думаю, у него торнадо еще должно быть. Хотя хз, посмотрим сейчас, посмотрим. Фризуем, да нет, ну что, так изи забираем вышку. Камон, это слишком легко. Все, пройдено. Вот такие испытания, очень люблю, реально. Не то чтобы из-за того, что противники мне, ладно, чтобы никого не оскорбить, слабенькие подбираются. Господи, мне вот это полотно такое аж бесит, такое ощущение, что это глюк. Не то чтобы противники легкие, просто что испытание само по себе интересное, реально, мне колода это нравится. Ну давайте посмотрим, что за эпики мне выпали. Молния, 9 штук, ну ладно. Ну что, давайте Легу попробуем выбить. 1100. Миньоны. Надгробие. Ай, банда гоблинов и... Рейдж. Эх, два заклинания за это испытание мне дали. И, на мое мнение, ненужное. Кстати, ребят, я забыл в начале ролика сказать, возможно, это вставлю потом. Вы видите, у меня на балансе 16 тысяч гемов. Они не просто так здесь появились. Значит, я приобрел их на сайте Clash King, ссылку, да, оставлю в описании, если тоже хотите гемы покупать недорого. Я буду открывать сундучки скоро. Вот, я хочу Poison нафармить на 8 левел. Знаете, что я от вас хочу? Я от вас хочу всего лишь 3000 лайков. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, и как только 3000 лайков на этом видосе собирается, сразу же выходит видос по открытию сундуков.
Ну все, дерзайте. Значит, на этом я буду прощаться. Хочу сказать вам спасибо за просмотр. Пожелать вам, ребятки, удачи, хорошего вам настроения, побед на арене, в испытаниях. Ну и также, я думаю, что ни для кого не секрет, что скоро будет разное изменение баланса и будет много чего интересного. Подписывайтесь, будьте в курсе всех событий и не пропускайте новости. Спасибо, ребятки, за просмотр. Желаю удачки, хорошего настроения. Пока!